В зале заседания городской администрации состоялось третье собрание Совета депутатов города Конаково 4-го созыва, на котором было рассмотрено 15 вопросов. В числе них обсуждались исполнение и проект городского бюджета за первое полугодие 2018 года и плановый период 2019-2021 годов. Решался вопрос о назначении на должность руководителя аппарата Совета депутатов, а также о выдвижении кандидатуры на должность главы города Конаково. Первыми вопросами по традиции обсудили исполнение городского бюджета за первое полугодие 2018 года, о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете города Конаково на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, о проекте городского бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов. С докладами выступила заведующая отделом финансов Ольга Степичева. Также на заседании обсудили вопрос о назначении на должность руководителя аппарата Совета депутатов города Конаково Сергея Добротина. Единогласно депутаты проголосовали о назначении на должность заместителя главы администрации города Конаково Евгения Бокарева. Предложил кандидатуру временно исполняющий полномочия главы города Конаково Максим Ли. О выдвижении кандидатуры на должность главы города Конаково доложил Дмитрий Абрамов. Он же рассказал о новой структуре органов местного самоуправления. Все знаете, что 22 октября должен состояться конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Конаково. Вот. Я предлагаю сейчас здесь собравшихся проголосовать его движение на эту должность, на конкурс, кандидатуру временно исполняющего обязанности Ли Максима Ефимовича. Кто против? Воздержался? Решение принято. Также на заседании обсудили внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Конаково номер 340 об утверждении положения о социальных гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях в муниципальном образовании городского поселения город Конаково, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова осветила вопросы о положении о почетной грамоте главы города Конаково, о положении о благодарности главы города Конаково и о внесении изменений в решение Совета депутатов города Конаково об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, постоянно зарегистрированным и проживающим на территории города Конаково, находящимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации. Все вопросы были вынесены на голосование. По всем пунктам депутаты проголосовали единогласно.